Город Кременки посетил знаменитый российский боксер, чемпион во втором среднем весе по версии WBA Федор Чудинов. В одном из городских спортивных учреждений боксер ответил на интересующие ребят вопросы и провел мастер-класс для начинающих спортсменов. Как мотивировать себя перед боем? Ну вот мне перед боем, например, больше всего помогает, как бы, ну, в первую очередь, это страх, вот это вот какое-то непонятное. И его нужно вот убирать, ну, не нужно бояться проиграть. Вот. И в первую очередь нужно понять, для чего ты это делаешь, для чего ты выходишь. Вот, понимаете, мне помогает то, что, например, за меня кто-то болеет, вот, народ. И как бы я боюсь не оправдать ожидания. Какие ваши пожелания для будущих бойцов и детишек? Никто не должен бояться поиграть. Нужно выходить и делать свое дело. То есть все, что ты. А для того, чтобы сделать хорошо свое дело, нужно упорно тренироваться. Для ребят такая встреча оказалась интересной и познавательной, ведь не каждый раз город посещают такие авторитетные личности. Для юных спортсменов советы от профессионального боксера стали мотивацией к дальнейшим занятиям и достижениям результатов в своем виде спорта. В конце встречи присутствующие получили автографы и совместные фото с Федором Чудиновым.